Привет, мужики и мадамы. Сегодня будет самый быстрый танк в игре. Ну, почти самый быстрый. Он будет самый незаметный. Ладно, не будет. Но зато у него есть охрененные бревна. Почти как у КВ-2. Вот. Доказательство. Пруф, так сказать. Да-да, сегодня ОИ. Вот это вот жирное чудовище с двумя сиськами. Ну, третья сзади, но это вообще какой-то перебор, конечно. Но даже несмотря на его вот этот квадратный внешний вид, сисястый, очень даже дикий танк. Во-первых, броня у него хорошая. Во-вторых, у него ствол практически как у КВ-2. Конечно, фугасики у него послабее, чуть-чуть. Но в плане урона столько же он наносит, но вот бронепробитие у них похуже. И здесь вот левша, три помидора, два коня. Просто экипаж мечты, правда? В общем, чтобы там они от конского навоза не задохнулись, я им вентилятор поставил, чтобы лучше видели наши сеньоры-помидоры, я им поставил оптику. Ну, естественно, досылатель, потому что иначе просто КД здесь адово долгое. И обзор при этом у нас с Онигири Якамото. Не знаю, как-то еще по-японски что-то заорать, главное, чтобы не заматериться там никого, не послать там религиозным соображениями случайно. В общем, доп. Пайком я их снабдил, теперь... И КД быстрее, и обзорчик лучше. Ну, в общем, титьки вот эти мять не будем, они железные. Поехали, посмотрим, что это чудовище может. Погнали! Итак, давайте потестируем жирок. Во-первых, брони здесь вообще реально классно много. Прям вообще прям мне нравится этот танк. Я пару боев уже загонял. А вот теперь нужно просто потестировать, что у нас тут по пробитию. Я сначала заряжал чисто фугасы, но как-то они не особо пробивали, если честно. Похуже все-таки, чем у КВ-2. Поэтому я сейчас взял на всякий случай 30 ББшек. В самом случае, из этого полу. Че прыгает? ВГ, пофиксите это. Ну, во-первых, там никого не было. Это был такой предупреждающий. На. Во-вторых, скорее всего, с ББшками на не работает. То есть на работает только с фугасом. Сейчас и проверим. Я вот только не пойму, кого бревномет здесь палит. Ты чего тут забыл-то, братан? Посмотрите на крышу. Вы видите этот? Вот, это ж палец. Все, реально, палец. Может, кого-нибудь носе поковыряться. Ноздрёй кого-нибудь прям нацепить на этот палец. И таскать за собой. На этой турбулентной скорости. Видели, как... Опа! Самая незаметная техника. Проскочил кабанчиком. Никто не спалил. Еще в маскировке в какой, видели, да? Прям как асфальт в Воронеже. Весь в ямах, в дырках, хер пойми, что это вообще? Когда его клали зимой в цирроз, в мороз? Непонятно. Ладно, сейчас. Фугас я на вас зарядил. Специально фугас. Вот сейчас, что тут, 150-й и... И тюнь. На! Ну, во-первых, я как-то слабенько накрикнул. Во-вторых, 5? Как на 5 можно было покарать вообще? Нет, все, только ББшки. Только ББшеньки. Я еще раз на попробую. Техника, конечно, японческая. Но бревна почти советские. Так. Вообще непонятно, куда оно залетело. Ладно, придумаем что-то японское. Так, какие слова я японские знаю? Сикось, накось. Не японское, не. Придумал. Йоду! Я не знаю, где это йоду слышал, конечно, но оно вот не работает. Вот от слова совсем. Но народ реально напугался. Они, по-моему, вот мне пытаются только гуслю сломать. У них цель жизни, по-моему, сломать гуслю. Больше ничего. Бонзай! Вот это уже нормально. Это уже ближе к японцу. Хороший такой бонзай. Он уже домой убонзачил. Отсюда. Задом, по-рыхлому, по-жухлому уполз. Сейчас я вам еще этот бонзай. Бонзай! Нет, с бонзаем, конечно, охрипнуть можно. Сильно не выкрикивается. Вот. Нормально, вот бонзай. Все, вот. Голос потерять можно. Бедные японцы, как они так разговаривают. Че? Ты задолбали, а? Фугасами прям. Шуршат в меня.
Я же его даже не вижу, где он там засел. Просто нон-стоп на него гусли херачит. Бензе! Так, минус цель. А вот это вот нехорошая публика подъехала. Ну, не, она не пробивает. Нормально. 3600 уже наблочено. Косарь накидываем. 3900 наблочено. Бензе! Слабенько, конечно. Ну, и я уже как-то голос теряю. Так, этого добрали. Заберите еще вот это вот пробник тортика. Пирожочек. Да. Эклерчик. Я, кстати, тоже начал уже ветку барсука качать. Скоро будет серия роликов, как Хани Баджер качает баджеры. Спойлеры. Добивайте меня здесь. Добивайте. Я вот не знаю, сколько у него, собственно, снарядов, но он просто бесконечно меня лупит гуслю. Просто бесконечно. Я надеюсь, у него снаряды закончатся. А это рано или поздно все-таки случится, потому что как бы у него они не резиновые. Ну, судя по тому, сколько он урона наносит, они резиновые, но вот вряд ли у него их бесконечное множество. Я вот даже с этого места съезжать, ну, я могу починиться, могу уехать в сторону, но зачем? Так, 3, 2, 1. Бонзай! Бонзай работает. Прям нормально работает. Фугасный бонзай, правда. Так. Да зачем двигаться дальше? Пока все неплохо. Я только не знаю, что это вот делает персонаж на бревномете. А вон-то где. Счастье. На! Почему на опять, а? Ты что, тебе не надоело? Дятел ты. Красноперый. Просто по КД. Просто по КД в гуслю лупит. Надо потом просто гуглануть, сколько у него снарядов. А это чего это? Слышь, ты как пробрался-то здесь? По мосту. Не, ну на это вообще плевать. По-моему, у него точно снаряды закончатся раньше, чем он мне хотя бы 5 урона нанесет еще. Так, ладно, этот закончился. Что с тобой делать? У тебя хоть раз залетит туда? Нет, не залетит. Может, ты выкатишься, а? Алло. КВ-2. Видишь, шороха наведи. Кинь бревно в него. Но все равно мной занят, у него других целей нет в игре просто. Вообще ни одной. Все, походу, снаряды закончились. Упердывает. Не, а что ему делать? Фугасом все потратил, колдун все потратил, ББшки все потратил. Теперь беги домой, плакай, какай. В угол где-нибудь. Так, ну за тобой я не побегу, потому что я слишком медленный для погони. А вот здесь у нас приехала Т-8, который сжег пукан нашему КВ-2, который всю игру зачем-то стоял и смотрел в пустоту. На! Ну, на тоже работает. 5 урона. Сука. Так можно было это японский инфаркт жопы получить с такими этими. Сука, 289 хп, он бы меня убил. Пробил бы, убил бы. А теперь, братец, я тебя найду. Покажи свое щащло. Я тебя прополощу. Давай. Не хочешь показывать? Я на фугасах. Я готов тебе фугасами. Ух ты, кто тут у нас? А чё ты так близко-то подобрался? Чё здесь арта делал? Объясните, пожалуйста. Я думал, он будет выходить в нападение. Не хочет. Я тебе сейчас заряжу голдовый снаряд. Который, если пробивает, то насмерть убивает. Ну... По пробитию, конечно, он все равно слабоват. Но по урону там прям все, чтобы убить это животное. На! В маску. Самое зеленое, что было в этом танке, я не пробил. Голдой. Я еще раз, я не оставляю попыток. Конечно, надо было здесь впору фугас заряжать, но... Че, я один раз зря голду потратил? Шишечку тебе. На! Все. Чпуньк!
Вскрылась ему крышка, все. Ну, теперь у нас осталось одно квадратное чудовище. Ребята, дадут мне воина? Вот. А, ты куда? Ну, слышь, я попросил же оставить воина. Бегут, бегут стервятнички. Дядь левше, чердак открыть, чтоб проветрилось. Не, нафига себе. Давай. Жахни меня на соточку. Я не знаю, куда ты стрелял, но я не промахнусь. Все, воин. Все, я теперь самый толстый молодец на этой карте. Ну что, мужики, мадам, видели, какой сложный бой был, да? Мастера получил, 2000 накидал, воина. Натанковал 10 тысяч, ну, 9,5. Ну, мне простительно округлять, я медоед, и мне похер, вот почему. Танк реально классный. Мне нравится, я прям советую, рекомендую. Дальше качать его не рекомендую, потому что там, ну, вот это вот они, которые с той же пухой, потом эти алкаши пошли, у которых УВН 0, это реально боль. Брони много, а фана, я думаю, уже нету на них. И чтобы получить мастера на этом танке, я прям старался и мучился аж 8 боев. 8 боев и мастер. Ну, реально фановый танк. Ну, настолько мне понравился, что я, как СКВ-2, сделал музыкальную нарезочку под кучу-кучу ваншотов. Поэтому сейчас, после того, как я допиздю все вот здесь вот эту вот свои демагогии расчехлю, переходим по ссылочке и смотрим 2 минуты релакса и залипухи. Надеюсь, вам тоже понравится. Ваншотики под музычку, под хорошую. И не удивляйтесь, что там комментариев уже полно, потому что залил его уже несколько дней назад. И я решил сделать такой небольшой бонус и плюшки тем ребятам, которые мне помогали запускать рубрики с реплеями. Там смешные реплеи, там пришли свой реплей с боем. Вот, они мне присылали реплей и оставляли свою почту. И все, кто это делал, можете проверить почту. У вас там ссылочка была, вы просто ей не все воспользовались, на ролик с ранним доступом. Эта функция доступна всем спонсорам второго уровня моего канала, кто хочет финансово поддержать вообще выпуск новых роликов. А этим ребятам это досталось, ну, фактически бесплатно. Такой вот аттракцион невидимой щедрости от медоеда получился. Поэтому всем еще раз спасибо. До новых встреч в эфире. Пока.